Так, ребята, всем привет. Продолжаем играть с Pentarius Mudrunner. И я тут за кадром чуть-чуть погрузил. Ну, вы сами видели, последний я кинул буквально у вас на глазах. Так, не-не-не-не, вот так вот. Опускаем чуть вперед. Так, один возьмешь или... Ну... Два, да? Два взял. Два взял. А то до этого тоже четыре бревна там было, но он взял почему-то один. Блин, а вот здесь, мне кажется, бревна другие, да, нужно? Как будто другие. То есть сюда вот пишет короткий в первый прицеп, да? А вот там... Почему-то длиннее как будто нужно. Мне, честно говоря, это не нравится, потому что сейчас может получиться так, что игра мне скажет, давай-ка это, давай сюда средние лучше. А то, что ты положил, забери. И вот это мне не нравится. Что больно уж это, короткие они вроде бы, как будто бы. Ладно, сейчас посмотрим. Ну, судя по всему, да, нужны другие. Здесь-то горят зеленым, а там не горят. Там не горят. Видите? Не горят они. Блин, домет, а. Ладно, я их трогать не буду. Давайте попробуем средние тогда. Что делать-то? Пробуем эти тогда. Да, отлично, сразу три взял. Давай лучше три, да? Давай ты мне скажешь, вот эти три нормальные, больше не нужно. Да, вроде бы они. Все, отлично. Шикарно. Не хватает еще одна... А, чё? Что... Кто-то загораживает место. Ты не хочешь сказать, мне надо тебя вытащить? Да ладно. Серьезно? Вот же зараза-то, а. Ребята, ну это жесть, конечно. Короче, он говорит, что ему что-то мешает. Давайте я что-то за кадром сделаю, чтобы вам на это дело не смотреть. Так, ну что, ребята, я загрузился. Вот те бревна я скинул. Все-таки я был прав. Они не подходят. Выезжаем отсюда. Выезжаем. Я их просто скинул, ну... Их все равно девать-то некуда. Не буду же их обратно в это укладывать. Только скидывать. Так, и сейчас, да, я еду... вот же, да? Ну, той же дорогой я и еду, получается. Той же дорогой везу, ну, на ближайшую лесопилку. А, мне закрыли лесопилку-то, да? Мне придется в объезд ехать. Вот оно что. Мне придется в объезд ехать. А, ну, тогда я вот здесь выеду налево. И вот здесь вот проеду, наверное, где-нибудь вот вдоль ряда. И вот так вот. Сейчас еду как ехал. Вот до сюда. Время потратил лишнее только. Придется где-то ночевать, останавливаться. Тяжело, тяжело ему. Где ехал? А где я ехал? Направо. Направо, потом сюда.
и потом уже на дорогу. Здесь направо. Ну-ка, на повышенной пойдешь? Да. Летит. Летит. Нормально идет. Здесь вроде лужи такие простенькие. Да и машины все равно мощные такие, мощные. Проблемы могут возникнуть у нас с топливом. И они возникнут. Мы, возможно, не доедем, потому что чуть-чуть меньше, да? Ну, половина, можно сказать, половина. Так, а я поворот-то еще не прозевал? Нет, направо будет. Так, правее берем. Вроде бы, да. Но я вижу, там, в принципе, метки-то вон они. Что-то тяжело, давай-ка повышенную. Не, не хочет ехать. Здесь уже грязь пошла такая вязкая. Машина вязнет уже. На повышенной вообще идти не хочет. У нас же там КамАЗ где-то стоит неподалеку. Сейчас придется КамАЗиком подъезжать, наверное, и дозаправляться. Возможно, посмотрим. Так, где нам пересечь лучше? Здесь попробовать. Пробуем здесь, наверное. Да не, нормально тянет вообще, машина такая вытягивает по камушкам. Неплохо идет. Так, убираем. Сейчас налево, да? Сейчас налево, потом. Ну, потом куда-то вот к водоему и вдоль него. Ну-ка, повышенную, да, нормально. Тянет. Давай, 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 давай. Нам все равно куда-то к реке сейчас туда. Едем прямо. На пониженную. Через бурелом тут. Так, а получается я сколько очков-то везу, мне интересно. Вот те 4 очка и эти 2, да, наверное, 6 очков. Или это как 3 очка маленькие-то? Возможно, у меня сейчас 7 очков даже. А мы сейчас, да, нам топлива не хватит, конечно же, доехать. Осталось 70, практически 70 литров нам не хватит. Тут неподалеку же КамАЗ где-то стоит, насколько я помню.
Осторожней. Давай-ка лучше съедем в воду, а то прокинемся. Лучше по воде проедем. Так, в лес не надо. Мы должны ехать вдоль. Да, вот дорога нормальная. Сейчас выезжаем как раз по ней. Время почти 8. Так, а вон он у меня КамАЗ-то где? Он по другую сторону находится вообще. 66-й у нас, интересно, с топливом, нет? Так, давайте выйдем на дорогу просто, вот сюда вот сейчас. Просто мне, наверное, проще сейчас будет на КамАЗе сюда подъехать. Вот так вот. Глушим. КамАЗ находится вот он. Тут ехать через речку. Чем 66-м ехать, он дальше намного. И... Так, запасное колесо. Топливо. Топливо есть у него, но он далеко дальше находится. Дальше. КамАЗ-то ближе. Давай, заводись. Попробуем задом выскочить. С пониженной это лучше, наверное, да? Нормально выскочили. Так, сейчас налево и вдоль берега направо. Едем заправлять. Надо парнишку нашего заправить. То он не доедет. Но это тоже проходимость-то отличная. Все, летим. Как раз он сейчас нам попадется, мы его увидим. Через бурелом тут такие ветки торчат. Жесть просто. Вот он, красавчик наш. Все, мужик, топливо закончилось, да? Держи, ё-моё. Так, это топливо. Себе тоже пополним. А, и все, да, у нас топливо закончилось тоже. Но глушим пока. Все, ждем утра. Так, ну что, утро.
Заводимся. Ручник снимаем. Я уже маршрут проложил, где я буду срезать. Ну, потому что по-другому не проехать, все равно. Придется там вот по такому же лесу, такому вот реденькому проехать. Все, поехали. Вот КамАЗик. А, тут еще и бревна лежат. Мы тут сразу же закопались, блядь. Так, назад. Давай на маленьких, поменьше обороте еще. Давай, давай. Должны вытянуть. Все нормально. Ну, даже на повышенный пошел. Не. Не пошел. Уперлись. Не, ну конечно, расход топлива у него колоссальный просто. Ну тут вроде дорога такая получше. Бревна, правда, вот деревья-то валяются, да? Макушки, блин. Ну вроде едет, вроде тащит. Нормально. Расход, ничего себе, 35 литров. Так, здесь нам налево сейчас нужно будет. И вот, это что за гора здесь? Да ладно, что за прикол? Мне здесь горы не нужны. Убери. Вот мне здесь куда-то... А, вот она, эта гора, да? Но мне влево-то не надо, мне вот прямо вот так вот. И вот так вот. Туда. Буду надеяться, что проеду. Хотя я уже тут завяз, блин, уже завяз, да? Ну-ка еще раз. Да, это интересно. Давай чуть-чуть вправо. Ну. Давай еще поменьше прям вообще. Че, вообще никак, да? Давай назад тогда. Сейчас тут. Так. Тут даже цепляться-то не за что. Сейчас как забуримся там и все. Да что ж такое-то, даже подключает дифференциал. И давай уже выскакивай на эту херню. Нужно проехать, нужно.
Так, давай чуть влево. Объедем вот эти вот. И вправо теперь. Тут, в принципе, ехать-то, да, не так далеко, как бы вот эта вот местность, которую я сейчас проезжаю, да, лесом. Лесом, какой-то болотина, но место очень противное, вязкое такое. Как будто трясина какая-то тут. Машина идет очень тяжело. Но это даже интересно. Так, давай, да, справа обойдем. Мы же не полезем на холм. Идем, 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 нормально, нормально. Только не застревай, давай вправо. Вправо объедем березки, вот эти вот прямо. Объедем березки, и вот здесь вот повернем. Березы не трогать, не надо, пускай стоят. А все, все, я же говорю, тут проехать-то нужно. Чуточку просто. Давай, выскакивай уже на дорогу. Шлифует, шлифует. Так, ну пойдем тогда на ближайшую лесопилку, которая вот здесь справа будет, да? Ближайшую лесопилку. Так, вот она. Надо брать по большому радиусу. Тут потому что на повороте какие-то фрагменты скалы лежат. Давай вот сюда вот. А там, если что, вправо выскочим кверху. Да и все. Так, 7 очков, да, мы привезли 7 очков. 7 очков. Выскакиваем отсюда. Только с ручника сними. Так, где у нас гараж-то? Налево. Надо в гараж заехать все равно. Чё здесь стоять-то? Давай на повышенной. Сейчас нужно будет заскакивать. Влево. Мосток здесь такой положили, узенький, блин, это жесть, конечно. Техника такая громадная ездит, там мосток положили. Не хочет ехать на повышенный здесь. Грязь тоже вязкой такая. У нас здесь 66-й стоит. Без дела.
Так, сейчас я хочу... Где КамАЗ там? Открыть здесь две точки разведки все-таки. Сейчас снова разворачиваемся. Давай пересядешь. Да ё-моё. Правда, у нас топливо осталось с гулькин нос, да? И мы пока можем крутиться, вдруг не хватит. Выскакиваем на основную дорогу и едем до заправки. Да, сразу переедем здесь как раз. Так, где-то тут должна быть дорога. А где? Я пока не вижу. Дальше, что ли? Я вообще не туда поехал. Да нет, туда. Да нет, конечно, не туда. Мне надо было на дорогу. Ладно, выскакиваем куда-то. Короче, куда-то налево надо выскакивать нам, да и все. Вот дорога, на ней налево. Через вышку как раз вот эту вот. Так, и должна вроде бы она привести нас дорогу как раз к топливной станции. Так, пока... да, вот она. Только хотел сказать, что-то я не вижу ее тут. Зальем полный. Если что, в гараж все равно поедем потом. Потому что я на этом КамАЗе тоже хочу лес привезти. Остальное перельем в ГАЗ-66. Он будет на всякий случай стоять у нас. Мало ли. Так, и где? Где у нас тут точка погрузки, да? Короче, куда-то вот надо сразу сейчас сворачивать. И вот дорога будет. И по ней приедем. Куда-то туда. Короче, он за Кудыкину гору. Вот дорога, ее видно. Так, дорогу у нас поворачивает, но поехали по дороге. Я надеюсь, она выведет нас к точке
Да, она не выведет нас, она уходит вообще в сторону. Она в сторону, да, уходит. Она сейчас пойдет к точке погрузки, возможно. Давайте чуть-чуть по дороге проедем, если что, свернем. Сейчас прям чуть-чуть посмотрим, куда она там ведет. Да, она уходит влево, нам влево не надо, поэтому сворачиваем. Вон, флаг этот черный. Так, отлично. И вторая точка. Ну, будем ехать куда-то. Вот сюда вот, левее брать. Куда-то туда будем ехать лесом. Наверное, она там, на холму где-нибудь. Куда-то вот. Ва, вон туда куда-то. Все, вижу. Вижу. Тут никакой больше техники нету, не стоит. Походу нет, все открыли. Так, что за место? Что за место? А, это к точке погрузки. Ну, давайте доедем до развилочки. Я надеюсь, ты здесь пропрешь, не утонешь. Все, едем до развилки. Ничего себе тут грязюк это.
Вот она, эта развилочка, и нам налево. Так, стой. Да, потом останется мне приехать. Ну, в гараж нужно будет доехать. Вот, остатки бензина солью в 66-й. И сам дозаправлюсь. И буду менять, как бы, уже все. Нам эта техника уже не понадобится. Потому что мы все открыли. Останется только лес довести, и все. Ну что ж, ребята, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи, до новых встреч. Пока.